два, один, мотор. Только не его, я возражаю, ты в курсе. Ты буквально невыносим, глаза бы не видели. Я тебе оплеух надаю, я могу. Я за, если найдем местечко побезопаснее. Ты просто исчез, ни словечка, ни звонка. Вообще-то я хотел извиниться. Не нужно ничего объяснять, это был порыв. Так как твои дела? Ненавижу этот ваш каскадерский жестик. Я режиссер. Надо поджечь этого парня. А ты каскадер. Мы должны вести себя как профи. Профи мое второе имя. А раньше говорил, что опасность. Как оно, босс? Серьезно? Да. Лучше спрячь. Спрятала. В кобуру. Забудь. Ты этого не видел. Том Райдер. Самый известный герой боевиков исчез. Ты должен вернуть его. Или фильму Джоди конец. Почему я? Ты каскадер, тебя не заметят. Это твоя работа. Без обид. Ну, чуток обидно. Найдешь Райдера, спасешь фильм Джоди и вернешь любовь всей жизни. Я не герой, я просто дублер. Только не сегодня. Том, ты нам нужен на съемках, чел. Не со льдом? Он очень мертв, Гейл. Он совсем мертв. Он спутался с какими-то мутными людьми. Выбора не было. Пришлось слегка поджейсонборнить. Они пытались меня убить. Вообще не по фану. Ты сможешь, ты сможешь. Не, ни разу. Слишком опасно. Я по лестнице. Лады, лады. Что у тебя с лицом? Жутко выглядишь. А ты роскошна. Если упадешь, сразу вставай. На что можно пойти ради того, кого любишь? Куплю тебе выпить, когда выберемся. Напряги присуху. Да, чёрт! Класс! Есть планы на вечер? Можем сходить на пляж. Выпить по паре маргарит. И наделать ошибок. Да! Мастерами дубляжа не рождаются, мастерами дубляжа становятся. Критики не пугаются, переводы точны, все сбудется.